господа, звучит гимн Кабардино-Балкарской республики. Уважаемые дамы и господа, здравствуйте, жители и гости одной из самых солнечных, дружелюбных и жизнелюбивых республик. Здравствуйте! Сегодня нам с вами выпала уникальная возможность побывать на концерте удивительного, уникального музыкального коллектива с северо-запада нашей страны. События действительно уникальные. Мы не скрываем, что мы второй раз уже в Нальчике. Но чтобы вот так красиво, с полным залом, в красивом зале и полным составом, это впервые. За что особая благодарность вам, наши любимые зрители. Голиков. Дорогие друзья, позвольте зачитать приветственный адрес председателя Законодательного собрания Ленинградской области Сергея Михайловича Бибенина. От имени депутатов Законодательного собрания Ленинградской области и от себя лично искренне поздравляю коллектив оркестра «Таврический» со знаменательным событием – первым туром по Северному Кавказу. Хочу выразить слова огромной признательности и уважения народу Кабардино-Балкарии за теплый прием. Думаю, что такие значимые события способствуют установлению крепких дружественных связей между нашими народами, а также развитию культурной сферы. Желаю всем новых успехов, крепкого здоровья, большого счастья, удачи и благополучия во всем. Председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Михайлович Бибенин. Уважаемые дамы и господа, я приглашаю под ваши аплодисменты на нашу праздничную сцену министра культуры Кабардино-Балкарской республики Мухадина Елушевича Туматова. Председателя комитета парламента республики Бориса Пашкова. И представителя общественно-государственной организации России, женщины России, Наталью Осетрову. Дорогие друзья, давайте аплодисментами встречать наших почетных гостей концерта. Дорогие друзья, уважаемые гости, в этот прекрасный вечер в Северном театре столицы Кабардино-Балкарской республики я искренне приветствую вас и говорю, пусть каждый день в нашей жизни будет насыщен музыкой, музыкой добра. Я думаю, что для всех любителей музыки этот вечер и в прямом, и в переносном смысле
Божий. В это сложное время оркестр Таврический, второй раз, я это тоже хочу подчеркнуть, приезжает в Кабардино-Балкарию. Спасибо вам огромное. Потому что, да, трудно, да, сложно, но жизнь продолжается. Духовно нам надо питаться, и вы в этом нам помогаете. Огромное вам спасибо. Ранее от имени руководителя Татьяна Борисовна Егоровна сама просила лично передать огромный привет, самые добрые пожелания. В силу определенных обстоятельств она сегодня не может здесь находиться, поэтому самые добрые слова приветствия передать вам. И, безусловно, я солидарен с тем, что говорит наш министр, чтобы эти связи они не были, не носили разовый характер, чтобы они были уже на постоянной основе. Мы с вами, Михаил, когда встречались, вы сказали очень важную фразу. Мы, говорит, с Ленинграда, мы прорвали блокаду. Да, это первое. И второе, наверное, знаете, я не знаю, вы в курсе или нет, но на моей памяти это большое вот такое симфоническое событие первый раз. Спасибо большое. Спасибо огромное, уважаемые почетные гости. Давайте проводим наших гостей аплодисменты.